Ирак не против прямого диалога с Соединенными Штатами и приветствует любой диалог, но без предварительных условий, заявил президент Ирака Саддам Хусейн на встрече с некоторыми семьями британских подданных, размещенных на иракских военных объектах. В Англии с громадным негодованием восприняли подготовленный Ираком телевизионный репортаж, в ходе которого президент Саддам Хусейн был показан на крайне важном объекте, как было сказано, рядом с интернированным Багдадом иностранцами. Особое возмущение вызвал тот факт там, в Британии, что президент решил, так сказать, приласкать одного из заложников, явно испуганного британского мальчика по имени Стюарт, которому на вид всего лет 7. Ну а затем заявил, когда Стюарт вместе с своими друзьями, здесь присутствующими, сыграет свою роль в предотвращении войны, их будут считать героями мира. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, министр иностранных дел Дуглас Херт и все другие, все крупные оппозиционные партии расценили эту пропагандистскую акцию Ирака как отвратительную.